Всем привет! Наверное, многие из вас уже видели эту забавную птичку на картинках в интернете. Это птичка, которая живет под землей. И сегодня я вам про нее расскажу. Знакомьтесь, это кроличий сыч. Еще его называют пещерная сова. Кроличий сыч – очаровательная небольшая птичка из семейства совиных, которая зачастую ведет себя совсем не по-совинному. Эта длинноногая сова обитает на открытой местности Северной и Южной Америки. Для нее главное, чтобы местность была сухая, а растительность низкая. Кроличьи сычи гнездятся и отдыхают в норах, выкопанных луговыми собаками. Из-за скромных габаритов сычей основу их питания составляют насекомые и беспозвоночные. Кроличий сыч часто активен в дневное время, за исключением полуденного зноя. Впрочем, выходить на охоту он предпочитает в сумерках, а не ночью. Кроличьи сычи очень компанейские птицы. Они предпочитают жить группами, потому что так проще защищаться от врагов. В стае обязательно есть дозорные, которые в случае опасности сразу подают громкий сигнал тревоги. Из-за роста городов естественная среда обитания сычей постепенно сокращается. И хотя в целом вид считается благополучным, численность популяции вызывает опасения. Для спасения птиц орнитологи переселяют их в новые места, безопасные и подходящие для гнездования. Однако сычи не хотят переезжать в места, не обжитые сородичами. Поэтому орнитологам, отыскавшим подходящую систему нор, приходится включать запись с голосами других сычей и даже разбрасывать совиный помет. Ну а если вы хотите узнать про самую громкую птицу в мире, обязательно посмотрите вот это видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!